Ну чё? Чё, док, чё там? Как у нас дела обстоят с дропом? Ну-ка, чё? Ой-ой, даже говорить неохота, нифига не говорить неохота прям. Я лучше, наверное, покажу.慧娘，是你吗？慧娘，慧娘，我是慧娘，我是慧娘。Всем привет всем! С вами канал Vega Music Wars. Ребята, все после вчерашнего стрима, все, конечно, весело, все прикольно. Давайте-ка, ребята, с подарочками мы разберемся. Я тоже очень сильно хочу всякий носочек, а то все вытаскивают, вытаскивают. Но сначала давай, короче, чтобы Мару вытащить до максимального уровня, как вы понимаете, надо купить этот вонючий марафет. Где этот марафет? Надеюсь, у меня на него хватит. 800-ника. Так, плюс 3, плюс 4, да, и плюс 5. То есть я все их купил, все хорошо. А, теперь у меня марафет плюс 5. Не нужно, конечно, вместе с Марой. Ну, я уже думаю, короче, куда его поставить. Ибо новые атакующие юниты. То есть старые отмирают, новые занимают их место. Ну и как обычно, прям самых мелких. Давайте, ну Мара, короче, плюс 6, это, ну, больше как бы она не нужна, ну и не знаю, там посмотрим, ну вот, вот так сразу, давай, с маленьких подарков Мара. А должен выпуск был, скорее всего, марафет какой-нибудь. Так, это надо все быстрее, раз-два. Давай, так. Х2 мало. Вот, кстати, представьте, я открываю, за сколько звезд бы я сейчас за задание получил. Всех звезд не заработаешь, всех звезд не вытащишь. Так что будет, короче, вообще хотел быстрее, конечно, это все открыть. Ну, что-то передумал. Что-то, короче, я подумал, что Мара плюс один уже адекватно. Так, и еще. И как бы отлично. Шмара плюс 2. Давай, набираем шмара. Странно, почему бумер не падает? Я вроде открываю, открою, падаю, а бумера нету. Ну-ка, давай. Вот так. И здесь, смотри, бумера нету. И там нет, и там нет. Что за странная вещь? Как не было, так и нет. Эч. Вот и закончились. Вот и закончились подарки. Так-то ничего уже, кстати, звезд схватанул. Не знаю, кстати, слить их сейчас или потом оставить. Так, отлично. Мара третья. Подарки, кстати, не сильно очень такие уж прямо. Айс, прямо вообще. Плюс пятая. Вру, скорее всего, выйдет, наверное, больше, чем плюс 6. Давай 7000 звезд. Мне нравится, как люди имеют в виду подарки, когда открывают, сколько у них генов, дзенов всяких выпало. Мне реально из этих подарков интересуют звезды, которые выпадают оттуда, и как бы сами питомцы. А улучшение все равно при любом соотношении. То есть он говорит, ну вот смотри, 2400 звезд я уже вытащил. Только про звезды заговорил, начали падать. Где шмара?
кто-то плюс 10 ее стаскивает. Нифига там штука выпала вообще конкретно. Ну да, круто. И нету. Ну, плюс 6. Ну все. Все, хватит, больше не надо, да? Отсюда 100 звезд падает. Красота какая. 1600, хорошо. Еще шмара будет. Как говорит, простонародие крестили. Нет, не будет. Ну и поехали. Ну, а тут, короче, я думаю, что совсем будет все плохо. Потому что они усилили, короче, формулу. Я думаю, что те, кто открывал 2 числа, тем еще фартит. Ну, а нам, простым людям, уже, короче, не того. Прикольно, 25 подарков, ни одной детали, ребята, ни одной детали нету вообще отсюда. Это интересно, насколько они шанс занизили. Ага, а тут сразу 2. И подвисло, да? Красавцы вообще. Прям вообще, прям. Ну, короче, игра повисла. Ну, как все адекватные нормальные игры, то есть, когда вытаскиваешь какие-то призы, они же виснут. То есть, и так же у меня. Так что все, вообще все прекрасно. Все хорошо. А еще говорит выкачать. Конечно, ее выкачишь. Посмотри, что творится. Так, 25 подарков. Один носочек, 2 детали. Отлично. Еще. Давай. Шаманься. Отлично. И давай еще один такой же подарок, и вообще все просто. Или там нельзя, короче, за мелкие подарки, да? Ну хорошо вообще, ладно. Носочек жжет. 3 есть, конечно. 1 деталь. И нету. Так, что я сговорил-то там? Блин, с 20. Там 50 подарков надо было. Блин, они точно что-то это крутанули. Да, рождественский носок. Еще деталька. Еще одна. И последняя, как обычно, да? Не найдешь. А, нет. Нет. Смотри-ка, что-то прям расщедрились, я смотрю. Может, из-за того, что я игру перегрузил. Все круто. Продолжим. Еще. Не, конечно, эти подарки у меня еще останутся. Я думаю, что еще будут. Ух ты, ничего себе, 3000 звезд выпало. Красота вообще. Детали давай мне. Еще один, давай. Уже 50 подарков. 50 подарков, уже все. Так что уже можно. Давай, машинка. Отлично. Есть машинка. Отлично. Давай, 2 детали. Нет, ну остался, короче, супер донатский призы. Шмара 7. Еще давай.
Последнюю деталь давай. Круто. Вдвойне круто. Вдвойне круто. Деталь последняя, да? Ну все, имею в виду это. Четвертый, наверное, уровень уже, короче, не светит. Потому что тут этих нету. Ну, до 9 числа, до 9, да, тут 2 дня там осталось. Может, я еще что-нибудь и вытащу. Хотя тут представьте, какие подарки нам там. Сколько же я считал, там, около 80 еще. Откуда я столько наберу? И откуда не наберу уже? Ну все, короче, все. Так, 11 тысяч звезд. Ну их, короче, я не буду. Это я на следующую акцию уже оставляю. Это, то есть я на них просто тупо тратить не буду, потому что мне нужны и мандарины. Ну что мы имеем, короче? Мы имеем у нас, блин, а где? Ты куда девалась, девочка? Где она? А, ну да, ну логично, конечно, у меня тут склад весь битком. Так, ну ладно, давай. Парочку, короче, я тут сожру. Посмотрим, тут еще ключи валяются, эти валяются. Пойти, давай еще. Оп. Что мне издеваться, что надо было? Вроде подарков уже столько открыл, столько места должно освободиться, а эффекта, короче, нету. Все равно все битком забито. Что там, до какого числа уже? До 8. Ну вот, отлично. Там смотрите, что творится вообще. Целый бардак здесь. А-ха-ха-ха-ха. Ну, мара восьмая уже тоже хорошо. Так, итого у нее характеристики 17, 18 и 13. Какой ужас вообще. Так это без бафов. И там еще бафы он по 35 тысяч. Крутилы, блин. С нижнего Тагила. Сначала накрутит, а потом... А, да у нас все адекватно. Ладно, ребят, все было круто. Все прикольно. Копим, короче, звезды и эти... мандарины на следующую, короче, акцию. Начинается она 9 числа. Не забываем, то есть тут подарки до 9, и там что-то новое откроется. Так что, если есть у кого возможность звезды, давайте, ребят. Все, звезды копим, мандарины копим. Давайте, ребят, все, счастливо, счастливо. Спасибо всем, кто смотрел. Бумер третий мне пришел. Так, где он у меня? Бумер. Вот он у меня, третий бумер мой. Лечит 25. Хорошо. Один вызовов, конечно, но желательно бы пятый. Тогда два раза лечит по 30. О, два раза и по 30. Ладно, счастливо, ребят.